Здравствуйте, Сергей. Поздравляю тебя с отличным выступлением. Отличная победа на дистанции 10 километров. Расскажи о трассе, потому что ты начал выбегать на финиш где-то за полтора круга. И вот расскажи, как произошло, как ты выступил. Тактика была держаться сзади за лидером и на последних кругах отрываться. Задача была, в общем, победить. Удалось выполнить всю установку? Да, тренер. Я выполнил, да. Все как надо. То есть именно как бы ты как бы рассчитывался, или вы думали, кто у кого больше сил хватит на финише? Я так понимаю, с Константином. Я как-то не думал об этом. То есть кто из вас как бы да. пойдет на финиш, кто, у кого больше сил хватит, и тот и победит, да? Так да. получилось. Ясно. Но доволен, это первая медаль. Нет. И еще я в 2014 году выиграл чемпионат. Тоже первый с России, да? Среди, наверное, до 18, среди юношей, до 18 лет, да? И вот эта первая победа уже в категории до 20 лет. Ясно. Расскажи, пожалуйста, о себе. Откуда ты родом? Я с Республики Мордовии, Тарвейского района. Угу. Ходьбой занимаюсь 5 класса. Ясно. Кто был первым тренером, помнишь? Голиков Александр. Голиков? Голиков Александр Васильевич. Ясно. Ну, в принципе, как ты доволен, вот эта победа, это какую-то мотивацию тебе дает, что ты начал так успешно, начал уже, я так понимаю, взрослый, как бы уже новый юниорский возраст. Как бы, то есть планируешь дальше, как бы, как да, у тебя там планы? Конечно, планирую исправить чуть-чуть технику и летом хочу побыстрее пройти по времени. Двадцатку пока не бегаешь? Нет, еще через 2 года. А, еще 2 года, да? То есть пока будешь 10-ку просто технику исправлять и, надеюсь, летом улучшишь результат. Да. Ясно. Желаю тебе успеха, что у тебя все получилось. Спасибо большое. Спасибо.